Всем привет! Blender 2.90. Продолжаем делать Mustang Shelby GT500. Итак, вот студия, и вот что получилось. Итак, вот такая студия по прошлому ролику. Как начать? Давайте зайдем в режим, объектный режим. Тройка на нампаде. Это вот вид сзади. Единица вид сбоку. Добавляем Shift A. И добавляем mesh, добавляем, ну давайте куб. Вот так он установился. Делаем S английскую. Подтягиваем, все, он привязан к центру. Заходим в режим редактирования. И что нужно сделать, это вот M английскую и в центре. Alt центр. Так, сейчас я переключусь на русский, так, на английский язык. Тройка на нампаде, и вот у нас получается зад машины. Вот с него лучше и начинать. Поперепробовал я начинать именно сбоку, потом попробовал вид сверху начать обводить корпус. Ну, получается очень много проблем, когда вы начинаете выходить и выравнивать вот этот вот бок. Так, тройка на нампаде, находим G. Вот эту вот точку. Так, где она тут у нас находится? На вершины переключаемся. Английская А. И находим эту точку. Вот она здесь находится. Тройка на нампаде. Вот желтая точка. G. Подставляем ее сразу к низу. Вот к этой части, чтобы нам обвести вот это крыло. И начинаем, сейчас я приближу, и начинаем ее экстрадировать. Это E английская. Вам, наверное, будет плохо видно. Вот это дело. Так, я вот так ее поставлю. Вот вы видите, что обвожу бок. Здесь можно поставить текстуру, чтобы было видно. Так, Е. Опять же, все это дело проводим и ведем в каком плане, чтобы вот эти точки вот были как бы привязаны вот к этим пересечениям. Вот где-то вот тут точку поставить, одну чуть-чуть пониже и поплавнее это все дело обводить. Теперь Е. Нажимаем, ведем эту точку, ну, давайте вот повыше к крылу. Следом добавляем еще здесь вот такую вот обводку и уходим на крышу. Так, здесь вот еще в чем проблема будет. Нужно вот это окно будет поймать. Так, Е, ставим точку по окну верхней части. Потом побольше здесь точек на сгоне, вот этом перегибе. Выравниваем, опять же, точку ставим на окно, чтобы она смотрела на угол. И вот здесь уже можно поменьше точек делать. Почему? Потому что крышу, чтобы потом можно было редактировать и меньше было вот этих вершин ребер. И у нас получается вот обводка такого вот. Вот так вот выглядит корпус. Что мы теперь делаем? Так, единица на нампаде. Выделяем все вот это, что мы обвели, А. И уводим именно где-то, ну вот, до дверей, наверное, G. Подставляем вот чуть дальше двери. Вот таким вот образом. Так. Единица на нампаде. Что теперь делаем? Нам нужно теперь все это дело экстрадировать вот до этого окна. Заполнить вот часть, где дверь. Выделяем А, английское, все вершины. И G. Нажимаем E. И вот так как бы экстрадируем. Вот до сюда. Дальше не надо. Здесь мы потом будем закрывать.
Следом можно на рентген перевестись и выделить вот эту часть всю. Теперь доводим до крыла G. Вот сюда как бы и E экстрадируем вот таким вот образом. И вот от этой части, мы теперь должны начать именно плясать, делать вот эту всю модель. Выбираем теперь вот эти вершины, вот именно вот эти, которые идут по окну, и жмем E. Где-то вот сюда доводим, чтобы потом поймать вот эту стойку. Вот связь будет с этой вершиной и вот с этой вершиной. Также опять же жмем E, чтобы вот эту часть теперь поймать будет. Ну и дальше вот так вот уводим на крыло. Так, вот выравниваем где-то в таком духе. Что еще можно сделать? Теперь можно вот эти вершины G, именно короб вот этот, поймать. Ловим крыло, потом мы его будем еще вырисовывать. И вот эту часть нижнюю прям подводим к крылу. Чуть-чуть с изгибом уводим вот эту часть. Вот так вот. И то же самое повторяем здесь вот. Эти вершины вроде как стали. Давайте теперь вот эту вершину G подтянем сюда. А эту чуть-чуть под скос вот так пустим. Ну и вот эти можно потом уже вершины корректировать как нам надо. Процесс опять же не быстрый. Что нам теперь нужно? Мы на вершинах находимся. Нам нужно просто вот эти теперь вершины выделить через Shift. И сделать E. И увести их как бы вот. Вот таким вот образом. Опять же E. И доводим вот до этой части. Здесь R английское можно немножко перекрутить, потому что там уже будет перед именно как бампер, свет, фары там будут. Это будет делаться уже отдельно. Ну и опять же корректировка. Тоже их подгоняем, как-то тут выравниваем, смотрим по рисунку. Так, эту вершину можно подвести сразу к крылу и отрегулировать вот так. Более-менее создать здесь нормальный полигон. Вот эти части тоже поподвинуть можно. Так, этот полигон можно чуть дальше увести. И выравниваем крыло. Вот так. Эту вершину поднимаем и погнала тут уже корректировка. И вот у нас вырисовывается, вы видите, что корпус уже более-менее нормальный такой правильный изгиб вот этой вот машины. Так, что еще сделать? Уходим теперь, именно делаем вот этот зад. Выбираем вот эти вершины. Ну и делаем, давайте опять E. Как-то их вот так вот подтянем. Можно сделать, попробовать S. Ну и опять же E. Опять же S английское. Уменьшаем все это дело. И продолжаем все это дело. Вот по окну тоже ориентируемся. И по задней части потом тоже пройдемся. Здесь вот таким вот образом.
Вот у нас вырисовался, вы видите, что изгиб, его чуть-чуть подправить, где-то что-то приподнять. Так, это тройка на нампаде. Вот у нас полностью обводка совпала именно с боком. Здесь теперь можем делать заднюю часть. Где-то что-то поправлять, добавлять. Так, что делаем? Единицу. И вот нужно здесь вот эти полигоны. Тоже это дело долгое. Чуть-чуть подкорректировать. Ну и где-то какие-то полигоны, если ушли в бок, нужно их немножко подровнять, вот корпус чуть-чуть выровнять. Вот так вот. Теперь каким образом можно все это дело здесь сделать, да? Экстрадируем вершину, жмем E. Вот так вот. Еще и вершину. И до низа тоже. Эту вершину можно вот отсюда начинать поднимать. И выводить как-то вот, обрисовывать корпус. Так, вот эту часть. Изгиб оставляем, это вот он идет по крылу, его возможно по рисунку нужно будет еще выше поднять вот до этой части. Это вот единица на нампаде, и сначала поднимаем G, вот эти точки, как бы отбиваем, где вот будет у нас окно, вот эта вот часть. Так, и возвращаемся. Вот здесь вот у нас пошло крыло, где мы нарисовали. И вот от этой точки тоже давайте сделаем Е, вершину экстрадируем еще раз и еще раз. И вот это все давайте через Shift выберем вершины, левый клик и F английское, закроем полигон. F английская, потом делаем еще один полигон, F закрываем, и здесь тоже вот так вот F, и от этого уже можно плясать. Делаем E, еще раз E, и уходим вот сюда на низ. Здесь опять же повторяем, выбираем вершины через Shift зажатый F. Мышка все-таки у меня еще продолжает барахлить.
Никак новую не куплю. Так, F и повторяем вот G. Чуть-чуть где-то подравниваем, выводим. Почему? Здесь у нас будет потом крыло выходить вперед. И вот мы должны ему придать вид вот этого крыла, потому что потом будем вытягивать, выдавливать. Так, вот эти вот полосы тоже должны быть плавными и подняты будут кверху потом. И вот так вот вырисовывается у нас обводка, вот этот корпус. Со всех сторон, конечно, потом нужно будет оглядеть, где-то что-то поправить, где-то что-то вытянуть наоборот. По корпусу, вот по нижнему уже ориентироваться. Ну, пока давайте попробуем закончить вот эту часть. Опять же делаем Е. Е, и получается, вот мы выйдем сейчас на треугольник. F закрываем. Его потом можно как-то подправить. Пока делаем набросок. Так, если вершина вот подводите, получается у вас две вершины. И здесь можно их как-то M нажать. Так, M нажать, Alt центр. Через Shift выбрать две вершины M, Alt-центр соединить, и через Shift выбираем вершины и делаем F английскую, закрываем полигон. Ну вот у нас уже получился корпус. Теперь что нам нужно сделать, это наметить именно вот эту вот стойку окна. Это единица на нампаде. И вот для этого у нас здесь получается вот эти вот две вершины. Одну вершину Е мы экстрадируем. Ну, желательно вот ловить вот эти вершины соседние. И вот сюда вот так вот. Выделяем вот эту вот вершину, еще одну. И делаем M, Alt-центр. Чуть-чуть ее G отправляем. Так, следом нам понадобится вот эта вершина. И повторяем то же самое. Делаем Е. Еще раз делаем Е. И еще раз Е. Объединяем вот с этой теперь вершиной. Делаем М. Английская. И Ал. От центр. Так, теперь нам нужно эту стойку поправить. Вы видите, куда она ушла. Это уже... G, выбираем вершины и как-то вот потихоньку все это дело стараемся корректировать. Так, вот эти вершины тоже уводим в бок. Ну и вот эти тоже подальше. Так, смотрим, что тут получается вообще, чтобы у нас не получился казус. Вот эту стойку и вот эту стойку выводим дальше. Вот таким вот образом. Сейчас она у нас получилась широкая, но мы ее по плану единица на нампаде откорректируем. Вот эту часть уводим сюда. Эту уводим как бы еще дальше, наверное. Так, это тоже окно корректируем. И вот эту стойку. Отправляем
вот в этот бок. Получается вот такая заготовка, и опять же нам нужно ее закрыть. Выбираем вершины через Shift левый клик и F английское, закрываем вершины. Ну вот получилась стойка. Теперь нужно закрыть вот эту. Вот этот бок. Пробуем все разом закрыть. F. Вот мы закрыли. Получился один полигон. Чтобы потом в дальнейшем с ним работать, нам понадобится, чтобы на нем были именно ребра. Здесь нам поможет нож. К английское нажимаем. И пробуем вот отсюда. Вот так и Enter резать от вершины стойки. Enter. Вот теперь у нас здесь нарисованы полигоны. Теперь нам можно добавить дополнительные ребра. И все это дело потом опять же подкорректировать правильно. Вот эту стойку чуть-чуть выводим вперед. Почему? Вот эту часть, где крыло, чуть-чуть вперед. Вот по нижнему ракурсу это семерка. И вы видите, что крыло идет аж вот здесь. Теперь нам нужно вот здесь вот разрезать нож. Режем К. Enter. И вот от этой вершины нам нужно провести вот этот, часть вот эту вот, где рама идет. Опять же делаем по верхнему полигону. Это вот побольше Е. И вот сюда вот Е. Потом будем дорезать. Соединяем эти полигоны через Shift F. И вот это тоже. Все вершины выбираем и жмем F. Закрываем. Это у нас будет лобовое стекло. Теперь семерка на нампаде. Нам нужно здесь вот тоже порезать. Это К английское. Отрезаем окно. Enter. И смотрим, что получилось. Вот эту часть, вот эту вершину, вот эту надо опустить ниже. G. Вот таким вот образом. Эту немного подкорректировать. Так, семерка на нампаде. Проверяемся. G. Еще немножко корректируем, уводим. И можно здесь еще ребра добавить, это К. И вот как-то вот таким вот образом. Так, ну и тут добавим. Enter. Выбираем теперь вершину и подводим ее G поближе вот к краю, чтобы жестче это как-то дело было.
Ну вот у нас корпус уже в принципе намечен. Теперь нужны корректировки, поправлять здесь вот этот вот изгиб. Допустим, он должен G повыше проходить или где-то пониже. Это уже включаем Warframe, допустим, или переключаемся на вот такой вид. Так, немножко поправляем крышу. И поправляем вот этот изгиб, чтобы где окно, более-менее ровно все это дело было. Так. Выкручиваем стойку. Ну, в принципе, вот неплохо так и получилось. Так, теперь нам понадобится семерка на нампаде. Включаем вот такой вот вид сверху. И нужно вот это окно G подкорректировать. Так, что у нас тут получается? Это далековато будет. Так, вот эту часть вершины мы опускаем до края окна. Здесь уже багажник пойдет. В принципе, вот эти вершины можно поудалить или полигоны. Вот эти они нам не понадобятся. Ну или делать багажник уже сплошной полностью корпус. Получается Delete, вертексы. И вот у нас получается обводим только корпус. Теперь переключаемся на вершины. И нам нужно вот эту часть прогнать по рисунку. Вот так вот. А здесь выбираем вершину G, корректируем ее поближе к стойке. И E ведем. Так, сейчас ближе вам подвину, чтобы вот эти все вершины потом можно было состыковать. Вот теперь мы это все дело, вершины выбираем через Shift зажатый левый клик и жмем F. Так, Ctrl-Z, опять вершину не зацепил. F. Вот у нас уже наметка. Нужно здесь добавить дополнительные ребра, чтобы отделить именно окно и вот эту стойку. Так, семерка на нампаде. Нам нужно ее до конца теперь прогнать. Так, вершина вот эта вот выбираем. Можно нажать G и подтянуть ее аж вот сюда. Ну вот, такой получается корпус. Давайте рассмотрим теперь, как сделать крылья, потому что здесь у меня немножко косяков. Так, это единица на нампаде. Еще лучше вот так вот. Стараемся почетче подогнать вот это крыло. Так. Чтобы можно его было выдавить. Но вот с этой стороны у нас крыла нету, вы видите. Как исправить эту ошибку? Это К английская. Рисуем полностью крыло. Enter. Теперь корректируем вот эти вот G
вершины. Так. Добавляем. Нужно еще раз вот это все отбить. Каким образом? Выбираем вот эти вершины теперь. В принципе, хорошо бы вот этот полигон выдавить. Но мы потянем за собой вот эти вот вершины, полигоны. Нам еще сюда надо добавить именно луп. Но луп у нас, по-моему, рисоваться здесь не будет. Ну да. Поэтому что сделаем? Мы выберем Shift-Alt вершины вот эти. Вот именно вот эти вот. И что делаем? Делаем E. Нажимаем щелчок. И теперь S. Получается у нас вот такая штука. Теперь мы ее G, G английского, вводим в бок, ну, в смысле, вглубь. И теперь опять же E, S. И закрываем вот таким вот образом. Смотрим, что получилось. Теперь все это дело, опять же, мы корректируем. G. Подводим поближе вот к этому ребру, в смысле вот к этой вот части. Вот так вот. Щелчок. Устанавливаем полностью, что куда. Можно и вот эти тоже повыравнивать, чтобы они здесь нормально были. Более-менее симметричные или как-то, ну, нормально установлены, напоминали полигоны. Так, а теперь через сбрасываем вот эти все выделения с вершин и выбираем Shift-Alt вот этот регион и просто давайте F его пока закроем. Смотрим, что получилось. Ну вот, что-то напоминает уже внутреннюю часть крыла. Тут ее, короче, еще нужно будет добавлять ребра. Так, теперь что еще можно сделать? Так, нам нужно G. Вот это все более-менее, опять же, нормально поправить. И попробуем. Давайте выберем полигоны и вот так вот. Теперь их нужно вывести, это G, вот вперед вот так. Смотрим, что получилось. Семерка на нампаде. Ну, опять же, нужно будет корректировать вот этот вот изгиб, сделать правильным. Вот эти вершины, так, нам теперь понадобятся вершины. Вот эту вершину можно G увести немножко вглубь. Вот так вот. Сделать мягче ее. Так. Ну вот у нас получается вот такой вот переход. Теперь возможно можно вот эту часть, вы видите, что как. Так, семерка на нампаде. Да нет, вроде попали нормально. Так, ну вот так вот выделить и попробовать G как-то еще, наверное, поменьше сделать вот этот переход крыла. Вот таким вот образом. Так, тут надо еще поровнее.
подкорректировать, дорезать возможно, чтобы плавнее это все дело сделать. Так, и вот эту часть, я думаю, наверное, так, уходит она в эту, в бок или нет. Нужно на самой машине посмотреть. Вот этот вот изгиб. Так, теперь G тут как-то еще раз подкорректировать. И такой же принцип здесь, с этой стороны. Так, вот здесь вот К английское можно вот от этой части, наверное, вот от этой еще дорезаем. Именно вот этот вершины добавляем ребрам и попробуем, наверное, еще как-то G поплавнее все это дело дооформить. Так, ну вот эти, наверное, вершины выше поднять. Это получается G. Во. И вот эту часть, чтобы бампер был, не бампер, а порог вот этот был как бы симметричен. Не симметричен, а правильной формы. Ну вот сверху уже вид вроде напоминает, что это да, крыло, нужно еще тут корректироваться. И нужно вот это переднее колесо точно так же сделать с крылом. Заходим опять же в Edit Mode. Так, это у нас тройка на NumPad. И давайте то же самое здесь проделаем. Так, это значит, возможно, G можно и увести подальше. Выбираем вот эти вершины и E опускаем вниз. И еще раз E опускаем вниз. Корректируем теперь вот эти вершины. Но здесь вот можно добавить еще или луп, вот так вот. Ну, здесь вот по лупу можно добавить. Корректируем G, чтобы это все ровно было. Так, теперь мы делаем что? Делаем E. Так, не E. Ctrl-Z, делаем Shift-Alt, выбираем вот этот тот регион вершин и делаем E, щелчок, оставляем, пусть это будет как ребро, или G, можно немножко ее вот так, и S, чуть-чуть вот так как бы создать усиление, и теперь E нажимаем и делаем S. Ctrl-Z, подальше мышку отведу, S, E, S, опять же, E, S,
И выбираем вот эти вот через Shift Alt вершины. И уведем их вглубь G. Вот так вот. Опять же повторяем, корректируем вот эти вот вершины. Выставляем их как-нибудь поровнее. Через Shift Alt выбираем группу вершин и F. Можно их вот так вот закрыть пока. Так, что у нас тут еще получается? А получается, что нам нужно добавить теперь вот так вот луп. И вот этот луп, который мы добавили, можно еще G увести, ну как бы повыше. Вот, подровнять тут как-то. Так, ну это уже потом корректироваться будет. Ну вот получается у нас вот набросок вот такого корпуса. Что нам теперь нужно сделать, если вдруг все уже готово, где-то вы тут еще доработаете какие-то части, где-то что-то поправите, где-то добавите ребра, чтобы все это дело усилилось, более-менее симпатично было. Так, а вот еще что я не сделал. Давайте опять же здесь выберем вот эту вот часть, вот это крыло сделаем. Получится лупом. Так, нет, тут сетка сбивается. Ну, единица на нампаде. Нам опять нож поможет. Выбираем нож. И нам нужно отделить вот эту часть, которая будет вытягиваться и станет крылом. Так, Enter нажимаем. Смотрим сбоку. Теперь выбираем полигоны. И нам нужны будут, ну, допустим, давайте вот эти полигоны выберем. Или нет, наверное, вот эти все-таки. И нажимаем G английскую и чуть-чуть все это дело вытягиваем. Так. Ну вот что-то в таком духе. Теперь нужно добавить тут так лупов полигонов, регионов. Так, вот эту часть еще попробуем вот так. Через Shift Alt выделяем. И G побольше сюда как бы выведем. Вот уже вроде пухлее как-то. Правильной формы вроде уже нормально. Ну вот, обтекает все. Здесь вот нужно на крыше добавить еще, наверное, ребра,
чтобы это дело усилить, более-менее отбить вот эту часть. Сейчас вот еще вам покажу. Так. Вот как-то вот так. А здесь вот, где не хватает, вот крышу отбить можно. Сразу вот эту полосу. К. Английская нож. И вот так все это дело. Enter. Так, что еще здесь? Вот здесь, где окно, это К. Английская. Вершину одну ловим, вторую и Enter. Ну, вот уже можно ее как-то корректировать. Так, здесь что у нас? Вершины G. Так, семерка на нампаде. Вот эти тоже нужно G поправить, чтобы она более-менее ровно шла в этой части. Ну и вот этот изгиб. Тоже корректировать. Так, теперь тройка на нампаде. Где-то что-то еще подправляем. Вот низ. Здесь вот что-то ушло. От картинки нужно поднять кверху и потом посмотреть, что там вообще. Это где у нас? Ага, где порог? Вот здесь еще с порогом надо немножко побороться. Итак, вот такая первая попытка сделать именно корпус Мустанга GT500. Ну, вроде все получается. Теперь доработки, корректировка вот этой сетки каких-то деталей. Следом капот, задняя часть, бампер. Ну, задние вот это вот фары и передние тоже сделать. И будет все классно. Все, всем пока, до свидания.